у жадаючых трапіць на пляж у выхадныя дні, па вялікім рахунку, дзве асноўныя праблемы. Па-першае, знайсці месца на паркоўцы, па-другое, месца на самім пляжы. Адпачынак каля вады і ў вадзе карыстаецца ў гамічан вялікай папулярнасцю. Правда, за раніцай у будні дзень людзей на пляжы звычайна не шмат і праблем з месцамі не існуе. Увогуле зараз на Гомельшчыне дзейнічаюць 15 вартавальных станцый, 12 пастаянных і прыкладна столькі ж сезонных пастоў. Купацца ў гэтых месцах бяспечна, і супрацоўнікі палка патрульна-паставой службы пастаянна назіраюць за парадкам, і медык зусім неабходным дзяжурыць. І самі вартавальнікі ў рэжыме пастаяннай гатоўнасці, але бадай самае галоўнае, дно вадаёма ў раёне пляжаў пастаянна правяраецца вадалазамі. Спіс знаходак самы разнастайны. От шкла и металлических выработок до велосипедов. Самое необычное у тебя, получается, было такое за всю историю большой катамаран. Были такие, что лодки были, что половина лодки. Тяжело, но вытаскивали, чтобы дно было чище и купаться было не опасно. Купаться поза межами официальных пляжей не только не рекомендуется, але и заборонено законодавчым. Это порушение, за якое можно отримать штраф у памеры до 4 базовых величинь. Правда, на первый раз супрацовники милиции звычайно обмяжуются попереджением, что тем не меньше так само фиксуется у отповедной базы даденных. Только в этом годе у ЕЕ уже трапили 3360 человек. Правда, шмат таких гамельчан это не спыняя, а их упевненности, что за ими ничего не здарыться, можно позаздросить. Иншая справа, что зробить гэтага не змогуць 22 жыхары Гомельшчыны, якія сёлета патанулі ў вадаёмах па-за межамі афіцыйных пляжаў. Яшчэ 63 грамадзян, дарэчы, паспелі выратаваць. Акцыя за бяспеку разам заклікана яшчэ раз нагадаць. На кожным забароненым для купання месцы вартавальніка з медыкам не паставіш, а таму правілы лепш усё ж такі выконваць. І очень трудно переломить вот это сознание, убедить в том, что здесь безопасность им никто не обеспечит, кроме их самих. И никто им не сможет оказать и доврачебную помощь, никто не сможет квалифицированную помощь по спасению оказать, спасти человека, и они подвергают свою жизнь невероятной опасности, идя купаться в запрещенные места. Эти места являются местами отдыха массового, но они не являются местами для купания, они запрещены. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».